Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Hustle Castle. Так, поражение опять на меня напали. Опять я тут кому-то проиграл. Фиг знает почему. Не настолько он тут и силен. Ладно. Так, давайте 59-й. И тут 13-й уровень. Так, тут у нас получает повар 29-й. Забираем манну. Давайте яблоки заберем. Что у нас тут? Ага. Изумрудная загадка на 56-й уровень. Давайте сейчас посмотрим, что это за колечко. Так, прогрессы у нас здесь. Забираем. Ну что ж, давайте глянем, что это за кольцо такое у меня сделалось. Урон. Вы сказали, что урон — это хорошо для ближнего боя. Дает мощь к оружию, да, значит? Ну-ка, давайте посмотрим, что у меня на моем мечнике надето. Так, на моем мечнике одето. Блин, урон и крит. Да, нет смысла менять, конечно же. Давайте посмотрим, что у нас в этих сундуках. Половник. На 23 уровень надо, кстати, посмотреть. По-моему, очень даже хорошо он подойдет сейчас к одному из моих поваров. Так, и бронька обычная, белая. Это ерунда. Так, что тут у нас? Повар 27 уровень, алхимик 25. Хорошо. Так, и где же у нас половник, который мы только что с вами получили? Так, на 23 уровень 1150 он дает. Здесь не подходит. 1150. А вот сюда подойдет. Да, я могу также и этот надеть. Ладно, давайте посмотрим. Так, а вот этот если... Ух ты! Нет, ошибся, какой ух ты. Так, и... А эти у меня почему-то все слабенькие. Надо будет их подраскачать, этих поваров. Но, в принципе, здесь у меня 27 уровень у повара, а здесь 29. Ему еще один левел, а тому 3. И их можно будет заменить на более слабых. Так, ладно, давайте продолжать дальше. Сталь. Со сталью, как обычно, у нас напряженка. Никакого дохода мы существенно не получаем. Вот, кстати, да, ребята, спасибо вам большое за подарки. Давайте-ка я заберу их. Шикарно. И начнем с вами отправлять вам. Так, Тазгеныч, держи. Андрюхе что-то не удается. Все, ну а теперь давайте посмотрим, кто у нас тут из наших. Ну, как обычно, все все старенькие. Это, да елки-палки, что так пролистывается, это плохо, а? Так, Фофан, значит. Отправляем. Потом у нас будет, это будет Умка. Ну, это и Умар Евлоев. Так, теперь кто? Андрей Бахмаров. Ильдар. Так, держи, Ильдарушка. И, по-моему... А, нет, нет, вру, еще есть. Юрий Порецков. Так. Это у нас Герман Кузнецов. И еще трое. Так, Кайфолов. Это Данил Дьяконов. Одинка. Это Дмитрий Лучин. И последний, последний у нас получает. Кто? Даже не знаю, кто. Блин, вот специально запишу вот эти данные и проверю, играют эти ребята или нет. Потому что, ну что это, ну... Все на месте, на месте. Никуда не продвигается абсолютно. Не очень люблю, когда в друзьях находятся мертвые души, которые не играют и просто занимают место. В общем, надо будет с этим как-то мне разобраться. Так, ладно, давайте наугад кому сейчас отправим последний. Вот так вот. Это будет Кирилл Подмосков. Ну что же, все отлично. Подарки я раздал. Давайте заберем все, что здесь у нас подкопилось пока. И, наверное, можно, в принципе, вскрывать сундучки и смотреть. Так, казначей у нас 20 и 16 левел. Бревна. Сталь.
Не знаю, стоит ли заказывать. А у меня, по-моему, нету этих. Или есть? Нет, нету обычных белых кристаллов. Так что давайте вскрывать и будем смотреть, что нам здесь сейчас выпадет. Отлично. Так, в этом ресурсы. Ну что ты так долго, елки-палки, давай пошустрее. Тоже пока ничего такого не выпало. Здесь тоже ресурсы у нас. Угу, понятно. Все, я понял, короче, сейчас будут одни ресурсы у нас. Ну, в принципе, это тоже неплохо. Жалко, конечно, что у меня нету свободных рабочих. Так бы, естественно, я что-нибудь уже заказал себе. Так, отлично. И последний красный сундук. Все, нормуль. Так, подожди, надо здесь вот это вот разобрать. Только место занимает. Так, 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 так. И вроде бы как все. Пока мест. Так, что у нас тут еще? Какой-то прогрессик мы сделали. Орков я знаю, что нет, ребят, на карте. Еще слишком рано. 9 часов утра. Оу. Оу, есть. Ну что же, это очень даже хорошо, что они есть. Поэтому, как это они так в такую рань-то поднялись? Они же обычно не раньше, по-моему, 12 или 11 часов вылазят со своих нор. А тут они уже на коне. Ладно, это только лучше. Забомбили. Там, по-моему, еще два отряда у нас, если я не ошибаюсь. Да, так оно и есть. Поэтому они сейчас схлопочат свое. Блин, надо магию, кстати, взять, чтобы она уже начала делаться. Ну, не тратить, как говорится, потом лишнее время. Ну, давай, 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 давай. Падай ты уже. Замечательно. Так. Что-то я сейчас хотел сделать. Блин, думал, думал. И забыл. Надо же так, а. Немножко стоило переключиться. И все позабыл. Так, понятно, на плотников костюмчик. Здесь ресурсы. И здесь у нас... Ага, то же самое. Ясненько. Блин, что же я хотел сделать-то, а? А, ну-ка давайте-ка глянем, сколько. Тут один день 10 часов, тут еще 2 дня 16 часов. Блин, ну, долго-долго. Кто там прибыл? Крыса опять тут у нас шарится. Так, а здесь 3 дня 13 часов. Да, все-все очень долго. Давайте закажем магию. Потому что ее вообще нету. Как это ни странно, а? Так. И готовить обязательно... На замену. Это нам понадобится обязательно. Так, и я не помню, у нас что там по магии. Я же поставил. А, здесь тоже один день, 2 часа. Блин, ну как же долго. Нельзя ускорить-то, а? Нет, ну ускорить-то можно, но выйдет мне это. Ха-ха-ха. Нет уж, я перебьюсь. Как-нибудь подожду. Блин, нехватка рабочих, это, конечно, очень жестко, ребят. Сколько стоит работяга? 2000 кристаллов. Обалдеть. Просто. Ну, ладно. Будем, значит, пока фармить орков. Время все равно есть. Погнали, там последний, по-моему, отряд у нас, да. И иди сюда, родной. Далеко ли ты собрался? Так, а потом, может быть, немножечко ПВП? Что скажете, а? Стоит, нет? Я думаю, что стоит пару боев, наверное, провести. Ну, в основном на железо. Потому что, сами видели, было нападение у меня. Немножко было похищено ресурсов. Нужно как-то их восстанавливать. Так, ну-ка, открывайся. Что ты мне тут... Ничего хорошего. Так, и... Давайте-ка с вами посмотрим. Ник. Хм, ну, в принципе, неплохо. Давайте. Так. Давайте. Как говорится, была не была. Да, я знаю, что у меня воин не подхиленный. Но это ничего страшного, надеюсь. Не критично.
Ну, в принципе, я так и думал, что здесь будет моя победа. Так, хорошо, довольно неплохо. 98 стали тысяч, естественно, 220 тысяч бревен, ну и почти 300 золота. Очень даже хорошо, я считаю. Так, и я думаю, что можно, в принципе, еще сходить. Яблоки у нас пока есть. Нам нужно, если мы хотим с вами сделать... Что же я хотел там начать? С мастерской брони, да? То нам нужно только лишь железо, в принципе. Деньги мы сейчас насобираем, нам нужна сталь. Поэтому будем весь уклон делать на игроков, у которых есть сталь. И как можно больше, естественно. Так. Эти пока у меня тут лечатся. Так, ну и что же? Подлечился ты, мой пухленький, родной? Ну почти, ладно, достаточно с тебя столько. Давайте-ка сразу же посмотрим вот здесь, наверное. Так, этот не нужен нам. Тоже бесполезен. Вот этот, в принципе. Так, добавить. Да, точнее, в бой. 184 тысячи. Ага. Думаю, что должны справиться. Вот, хочу себе какие-нибудь супер кинжалы, ребят. Так, хорош. Как говорится, если он делает кракеном, то, соответственно, и мы тоже делаем заморозкой. Ну, тут что-то уж больно как-то все легко прошло. Так, все, лукарь валяется. Ну, я считаю, тоже неплохо. Лутанули. И, наверное, нам стоит еще сходить на бой. Так, что у нас тут вообще пишут? Так, в клановом. В клановом у нас... Так, был исключен, был исключен. Ну, правильно, Рашат, если от них никакого толка, то нам нужно освобождать места под живые души, а не под мертвые. Так. Будешь мы его сидеть в игре и собирать всякие мысли или смайлики? А, ну это мы читали уже в тот раз. Так, приветствую, коллеги, доброе утро, доброе утро, доброе утро. И надо мне тоже поздороваться всем. Доброе утро. По-моему, так, да? Черт, пока не посмотришь. Да, все, отлично. Так, ну что же, а в глобальном... Да куда ты закрываешься, а? В глобальном у нас что там пишут? Хай, тезка, всем удачи, я погнал. Всем привет. Сейчас отжимают не бандюки, а дядьки в погонах. В принципе, правильно говорит. Так, SSD, погугли, как продавали Домодедовский аэропорт. Ну, это, короче, непонятно, что такое. Ладно, уже не в те дебри не полезли. Так, нам надо вот тут все забрать. Ну что ты, пухлый, готов? Я вижу, что ты готов у меня уже. Радостный вовсю. Так, здесь забираем, забираем. Ну и вперед из песней. Давайте посмотрим вот здесь вот троечку эту про... Оу, довольно неплохо. Добавить, добавить, конечно же. Обязательно добавить. Вот так. И готовить взамен. Так, а теперь делаем разведку. И разведка нам доказывает, что враг слабее нас. Ай-яй-яй-яй-яй. Уже кто-то атакует этот замок. Ребят, ну вы представляете, а? Какой хам. Так, ну что, давайте тогда глянем по-быренькому пока вот этот вот. Ну что ж, давай попробуем все равно. Так, смотрите, как кинжалы сейчас нынче у нас в моде в последнее время. Сколько уже воинов я смотрю, и все с кинжалами. Так, ладно. Что он тут делает? Что он бурагозит? Я не понимаю его вообще. Так, и остался лишь лучник. Готов. Все. Ну, такими темпами можно быстро, в принципе, накопить себе нужное количество стали. У нас уже миллион. А там нужно было 1 200 000. 1 200 000 же надо было, да? Ну-ка. Да, 1 200 000. Хотя, ребята, если что, вы пишите, что мне лучше
построить. Ну, как бы сказать, на ваш вкус. Я почему-то хочу улучшать, ну, оружие, броню, уже чтобы крафтилось от 70 до 80 уровня. Потому что нынешний крафт меня не устраивает, вы сами понимаете, это сейчас вам продемонстрирую. С 50 по 70, ну, это никуда не годится, потому что у меня уже воины скоро будут расти дальше, а я все на месте топтаться собираюсь. Как-то не устраивает меня такая политика. Так, 2 часа 15 минут здесь будет у меня броня делаться, да? А здесь 2 часа 41 минута будет еще делаться меч. Но опять же там скажу, зеленка делается чисто для кристаллов. Вы сами смотрите, сколько у меня вот тут всякого барахла, этих топоров. Надо все тут поразбирать нафиг. Вот честно вам скажу, просто надоело все это с собой таскать, блин. Беспонтовщину вот эту вот. Так, ну где? Иди ты в баню. Это, хотя подожди, вот этих вот у меня, да, тоже разбираем. 696. Вот это вот гасим сразу. Вот эти вот пончики непонятные, тут для чего они вообще нужны. Так, здесь у меня, подожди-ка, 1120, 1140. Подожди, 1140 это на повара. А, ну там опять же, опять же по уровням. Блин, тут надо каждого персонажа брать отдельно, полностью его сканировать на то, что он может носить или не может. И потом методом вычисления таким образом всех персонажей можно только удалять шмотки. Но это вообще паристое дело, если честно. Ладно, не будем пока с этим заморачиваться. Идем с вами дальше воевать. Ману, нам не нужен он. Оу, вот это вот. Вот это вроде бы должно быть неплохо. 181. Хм, давайте, конечно, в бой. Так, опять кинжальчик, да вы посмотрите. Что за это? На-ка. Да уж, дудки тебе, браток. Дудки, вот так вот. Так, ну что же, заработали неплохо мы с вами сейчас от этого боя. Очень даже хорошо, я бы сказал. Так, давайте опять отхилимся. Что у нас тут за прогресс? Убейте вражеских магов. Также надо убить вражеских стрелков. И, если не ошибаюсь, там 5 или 6 побед надо сделать над этими, над вражескими людьми, чтобы получить синий сундук. Если я, конечно, не ошибаюсь. Кража железа. Так, то не то, вот. Ага, еще один бой мы с вами проведем и получим синий сундук. Ну, это мы быстренько с вами сделаем сейчас. Как говорится, оформим по полной. Ну что, выхилились, молодцы. Давайте быстренько обратно. Нас ждут великие дела. Толстячок, давай, не отставай. Так, и где же тот браток, на которого я хотел напасть, но, к сожалению, вот этот, что ли? Добавить. Давай-ка добавим. Ну все, в принципе, тут у меня уже и магии нету. Так что, возможно, может быть, даже последний бой будет. Так, 196 на 196. Почти на равных. Только где мой, извините меня, вояка? Куда он там опять побежал, блин, а? А, почему-то он не вернулся еще даже в отряд. Странно как-то. Так. Подожди, по-моему, не здесь все это находится, а вот здесь. Алена вроде бы, да? Нет, ВК. Да, именно ВК. И... Да че уж там, была не была. Поехали. Опять кинжальчик, да что ж такое-то, а? Ладно. Ну, если честно говоря, кинжальчик в таком шмоте, в броне, не котируется. Лучше брать легкую, у него и уворот был бы, и вообще. Ну что же, ребята, все, в принципе, мы с вами
Заработали. Да, да, заработали нужную сумму. Там 1 200 000, ну это копейки. Это я уже там потом со своего этого заберу. Вот, но здесь дело-то совсем в другом. Работяг-то все равно пока нету. Так что придется долго-долго еще ждать. Сутки, грубо говоря. Так, ну что ты нам тут дашь? Угу, лук, замечательно. Ну, а синий нам дает... Ты глядь-ка, зеленую броню он мне дал. А ну-ка, давайте-ка сравним, которая у моего... А, он 64 уровня. Ну ладно, все равно глянем. Так, это не та. Вот. Слушайте, по урону, по общему, мы превосходим. Единственное, что у нас нету уворота. Подожди, это же опять не та броня. Так, погоди, вот это вроде. Да нет, там 66 уровень должен был быть на броне. 65. Ну, в общем, эти броньки, которые сейчас выпали, полная фигня. Так что все это идет под снос. Под галимый-галимый снос. Все. Кстати, да, вот эти тоже надо разбирать. Фиг ли они тут стоят. От них уже толку никакого. Они мне не нужны. Зато кристаллы поимели, да? Так, отлично. Я могу себе заказать уже 2 синие шмотки. Так, что это за палочка? Не годится. И это тоже. Так, наносит врагу. Да иди ты. Уже устарело морально. Так, все. Ну что, орков там не прибавилось у нас? Нет, пока нету. Ну что ж, ребята, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся очень-очень скоро. А на этом все. Всем пока. До скорого. Соклановцам, конечно же, отдельный привет. Все, удачи вам.